уважаемые коллеги. Сегодня у нас будет очень краткий обзор двух продуктов для создания контактных пунктов второго класса. Один из них – это кольцо для работы с матрицами Unica от очень известного концерна, от бренда Style Italiano, от компании Polydentia. Вот у меня тут кое-что есть из этого дела. Достал и привез мне это все мой замечательный товарищ Сивецов Андрей Васильевич. Если вам нужны такие же инструменты, обращайтесь к нему, он вам это все за милую душу привезет по очень-очень гениальной цене. Будьте счастливы. Значит, а вопрос передо мной ставился простой. Вот эти вот замечательные инструменты европейские совместимы с нашими не менее замечательными торовскими щипчиками для установки колец. Вот я вам даю ответ на этот вопрос. Вот кольцо Polydentia, вот щипцы Tor-BM. Ими можно брать кольцо, раздвигать на любой размер, и давайте попробуем его поставить на зубки. Вот мы вот так вот их быстро. Все очень хорошо, устойчиво. Ну, естественно, что это все также работает с матрицами. В общем, господа, коллеги, дамы, пожалуйста, приобретайте себе кольца Polydentia, приобретайте себе щипцы, держатель колец Tor-BM, работайте, создавайте прекрасные контактные пункты. Это работает. Только что вы это видели. Второй вопрос, который ставился передо мной. Компания OneKey сделала также продукт VacoTrix для работы с вторым классом, создания реставрации. Их тут много тоже всяких всячинки. И есть вот такой вот колечко. Значит, вопрос ставится точно такой же. Может ли быть это кольцо применено для работы совместно с инструментами Tor-BM? Вот торовское колечко сюда не заходит. Щипчики. Сейчас попробуем другие щипцы. Есть еще, да, есть у нас еще инструменты, в частности, это работает с щипцами для клампов компании ZH, можно зацепиться в этих местах. Вот они тоже молодцы, неплохое сделали колечко. Но оно жестче. Конечно, очень жестко. Вот так. Да, это работает. У Polydentia это работает при помощи вот таких вот инструментов. То есть еще раз. Вариант.
на этом, уважаемые коллеги, я сегодня остановлюсь. Мы вас ждем в следующих наших видеообзорах. Подписывайтесь на наш канал. Заходите на наши аккаунты в соцсетях. Приходите на нашу практику по Катардау. Покупайте продукцию, инструменты у Селецова Андрея Васильевича. Хороших работ!